Привезли небольшой скромный подарок, микроволновку, чтобы было удобно готовить, разогревать еду. Спасибо большое. Вот вам здоровья, бодрости, ну и, конечно, внимания от родственников, близких людей. В гостях у ветерана труда глава Одинцовского округа Андрей Иванов. За чаем разговоры о важном, о великой победе, молодом поколении и, конечно, здоровье. К слову, на него 92-летняя Антонина Сергеевна жаловаться не привыкла. Лекарства принимает только в случае необходимости, хотя юность ее безмятежной не была. Когда началась война, ей было всего 13 лет. 14 лет она пошла работать, вот она, Под бомбежкой была, значит, немцы стояли на грязях и обстреливали там через речку, это Дунина. Вот, была под бомбежкой, как она мне рассказывала. 14-летняя Антонина Ермолаева делала все, что могла для победы. Работала в артели «Металлист» в Дунино, изготавливала посуду и столовые принадлежности для фронта. Потом была работа в совхозе и жилищно-коммунальном хозяйстве Ершова. А сегодня ветеран труда в окружении близких людей. Двух сыновей, 4 внуков и 5 правнуков. Поэтому ей, как и раньше, стареть душой попросту некогда. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».